Так, поехали. Теперь надо вспоминать. Вроде времени немного прошло, но я теперь не помню, что я хотел делать. Так, тут подвоз. Где-то кого-то я мог прятать. Сипхинаров надо спрятать. Бывает, бывает. Так. Привет, Игорь Виноградов. Сверху написано шаблон домик. А, или не написано. Не, написано. Шаблон домик. И опять начало дублироваться. Давайте я еще раз перезагружу чат. Так, стоп, тебя спрятать, чтобы ты не мешал. Раз. Повтор хода от оппонента. Там какая-то метушня снизу идет. Мы собирались забирать улик в библиотеку и, в принципе, идти на стычку с оппонентом. Мощь армии. Ой-ой-ой-ой-ой, статы-то как подросли. Блин. А статы-то у него теперь больше, чем у меня. Нашел еще одну утопу. Ладно. Макси скупка. Так, мы еще добавляем. Это вот все. Надо в скелетов. 69 получается. 69. В принципе, тебя тоже. Угу. О, стоп. Мы сейчас с вами попробуем провернуть еще вот такой вот. Опа. Только это уже типа подвозить будет Айслен. Отлично. Ну вот ровно соточка. Тютелька в тютельку. И там еще соточка была. Кстати, Кси тут рядом совсем. Если бы Десса смоталась сюда. Ну, кстати, может и вывезем. Так. Двести тридцать пять скелетов. Отлично, на Мариус. Мариус сейчас на танта должна будет это отдавать.
800 скелетов. Неплохо. Но это еще не все. Что по мощарме у нас больше. Но 12-я атака с его стороны меня напрягает. 12-я атака. Какая жесть. Некромантов рядом нету, да, которые могли бы смотаться, забрать улик. Скелетов ровно 800. Это ж надо такие ровные числа выдавать. Блин, что ж придумать? Мы хотели проверить, ДД работает или нет, да? Нет, не работает. Ну просто, блин, с этими правилами. Может и не бежать за этим уликом, но вообще хотелось бы. Ладно, так и быть. Сбегаем. Не, это вы что-то попутали. Блин, близко стал впритык, я же теперь стрелять не могу. Зачем? Поехали, ладно. Макси улик пойдет. Полные маны. Там без потерь не обойдется. Ладно, давай сюда. Сапожки правильные одеты у нас. Блин, крылья ангела можно было взять. Я и забыл, что они есть. Вот что значит продолжать после сейва. Крылья. Ладно, потом красные драконы и наколенники надо будет забирать. А теперь... Надо выкупать этот аджор и тоже его тарабанить. Вообще, когда Десса была здесь, можно было передать. А, ну хотя через Дессу не особенно оно и надо было, но все равно. Везется здесь. С этого города аджор тоже надо забрать. И туда Макси. Все чуть дальше в цепь.
Неандра, получается, не там. А кто у нас есть тут? Где он? Андре, в принципе, и занятий-то нету. Тут есть Аджор. Поэтому, если Андру спрятать, а этот Аджор начать вывозить, то, в принципе, на следующий ход может что-то и приехать. Стоп. Давай-ка мы тебя сюда. А Мариус наоборот выйдет. Или в принципе ты, но с нормальным разгоном. Вот таким вот образом. И храм Вальгалы я забыл поставить. Ну конечно. Плюс один атаку хотя бы добавил. Блин, так не люблю эти доигровки, капец. Ладно, хотя бы до девяточки поднимем. Надо не забыть только крылья одеть. Блин. Ладно, пусть будет фора сопернику. Пусть будет так. На его 12-ю атаку будет 19-я защита. Но вот наша 7-я атака по его 13-й защите будет бить крайне слабо. Вот как раз тот самый защитный вариант, о котором вы так говорили. Привет, Татьяна. Привет всем ребят, кто находится на стриме. Сейчас он тоже скупится, и вот мне будет интересно, после скупки мощь армии станет у него больше или нет. Но то, что по статам он нас переиграл, это мне не нравится. Надежда на то, что у нас больше мощь армии, и плюс надежда на то, что магия, может быть, все-таки у меня будет лучше. Когда очередной турнир подписчиков? Да у нас еще нет ни спонсора, ничего, ребят. И в целом просмотры на ютубе упали. Если раньше проходил стрим, и после стрима было уже за день, за два больше 1000 просмотров, то сейчас 300, может быть, за неделю, 400. Что говорит о падении спроса? А если так, то на данный момент пока нет. Поднимем аудиторию, чтобы мы игроков могли нормально набрать на турнир подписчиков. Тогда и что-нибудь подобное можно будет замутить. Ну и плюс программка. В ближайшее время, я думаю, мы все-таки программку запустим с вами. Ну как, относительно много замков. Вообще тут получается 6 и 6, 12, 14 зон, 14 городов всего на этой карте.
Самое главное не забыть. Типа план следующий. Берем крылья, отбиваем библиотеку, берем кулон. Кстати, по поводу кулона там тоже есть вопросы. Вроде еще какой-то был кулон, нет? Ну ладно. После библиотеки статы будут 9, 21, 24, 17. Мне важно атаку поднять хотя бы до его защиты, а то и больше. У соперника была темница. Но качает он Гриндана. Консерватории нашел. У нас, к сожалению, ни одной консерватории не было. Приходилось надеяться только на улики. В принципе, мы через них и стали играть. Хватит ли нам этого для победы? Ну, посмотрим. Пока сложно сказать. Поживем, увидим. Соперник вот здесь вот, в нижней зоне бегал, прямо передо мной. Так что мы, по сути, сейчас будем ломиться на него. Если он пойдет на меня, тоже пытаться брать библиотеку, ящик Пандоры и так далее, в принципе, будет финалка. Если побежит от меня, то, в принципе, все это дело достанется мне. Но я думаю, он парень опытный, опытнее даже, чем я. Поэтому, скорее всего, я буду бегать за ним, а он будет убегать от меня. Тут многое будет зависеть, а прокачана ли у него логистика и будет ли он разгоняться. Но вот то, что я буду бежать по его следам, это мне не очень нравится. Да, Пандорок много, согласен. Эту Пандорку я решил не брать, чтобы сэкономить время. Эту Пандорку, думаю, что возьму, если он не заберет. Домашняя Пандорка... Я не знаю, сейчас мне ее некогда брать. Но если он начнет от меня бегать, я, возможно, вернусь, заберу Пандору и улик. Мы уже будем смотреть. 12, 13, 19, 17. Скупился, мощь армии не поднялась выше нашей. Не забываем. Крылья. Поехали бить красных. И тут надо, чтобы стеков было не 7, а на 1 меньше. Чтобы не было прожига по центральным. И ману придется тратить.
Две виверны. Так, запоминаем. Виверн убили. И костяных. Косточек наших. Красные драконы, 56 урон, еще и выжили. Ай. Значится так. Воскрешаем уток. Wait. Все остальные пока будут стоять, наверное. Личей, личей надо было поднимать. Замедло можно было накинуть. Ужасно подрались. Дают воздух. А, вот это колье мы еще думали взять. Но мы его, в принципе, и взяли. Ой-ой-ой-ой-ой, натупили, как обычно. Как бы нам так стать? Пробивать нежелательно, чтобы оппонент не стырил, да? Так, Сипхинаров отдала. И назад. Дальше Маликит. Отдал. На тебе собачку. Кси повез. На тебе собачку на разгон. Все, давай назад. Димер тоже отдает. Так, ты везешь сюда. Сто восемьдесят семь скелетов сейчас появилось. На Кси или на Десу? Лучше на Десу. Деса в свою очередь ныряет. И почти довозит. Маликит тоже, наверное, не довезет. Да, тоже не доводит. Поэтому просто сойдет с дороги. Пока все это дело будет вести Десса. Дальше Димер. Кого-то надо спрятать. Сипхинаров до города не добегает. Мариус.
Но разведчик мне будет нужен. В принципе, то, что мне доедет на следующий ход, это же не страшно, правильно? Или удалить кого-то. Рухи. Ну, их мало. То есть плюс-минус несколько скелетов. Там что, прирост птичек 3, по-моему, да? Плюс 3 скелета заморачиваться сейчас. Думаю, не надо. Давай Димера за собой повезем. Снимаем крылья. Ну, вроде так. Давайте еще вот это передвинем поближе. Это поближе. И вот это. Это вот те артефакты, которые иногда есть смысл одевать. Все, наверное, следующий ход. Циклопов вообще два. Два циклопа, три птицы. То есть из-за пяти скелетов заморачиваться не. Я вот приросты выкупал, потому что там, видите, получилось у нас целых 2 сотни скелетов. Вот насчет этого есть смысл заморочиться. Добрый вечер, Фигаро Ремикс. Как говорят, птичку жалко. Ну, а нам жалко, что птичек мало. Ну что, статы удалось еще поднять, это хорошо. Надо над атакой поработать. Вот если бы храм Вальгалы тогда поставил, была бы сейчас 10-я атака. А возвращаться ради плюс 1 атаки, я думаю, смысла нету. Все равно идем как бы на завершение игры. Пытаемся. Вообще он темповал больше. Я не знаю, на каком этапе он просел, но дал себя перетемповать, дал себя перемощнить и дал себя обойти по статам. То есть темпанул, резко стопорнулся и все. С чем это было связано, я не знаю. Обычно он темпует, 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 и я не успеваю за ним. А в этот раз как-то, не знаю, сложно сказать. Может, где-то подсливался, или стрелковые охраны, может, не давали развиваться. А может, даже не столько стрелковые охраны, сколько какие-нибудь серьезные блоки просто. Там, 10-тысячные и выше. Ну а так в целом, я даже не знаю, вот в наших сериях игр с ночным троллем, кто из нас больше побеждал. И он много выигрывал, и я много выигрывал. То есть, в принципе, я его считаю игроком своего уровня. Когда как.
Поехал дальше мошниться где-то наш соперник. Зато мы точно знаем, что у него эксперт замедления, потому что у Гриндана оно сразу есть. Насколько оно будет ему нужно, но я думаю, очень будет нужно. Очень будет нужно. Но вот то, что у меня не хватает ударных стеков, вот это мне не нравится. То есть у меня больше мощь благодаря скелетам, но на одних скелетах далеко не уедешь. Мне бы под скелетов телепорт найти. Такое заклинание. Привет, Алексей. А без этого сложновато. Но как-то оно будет. Возможно, главного героя разбивает, куда-то там убегает. Блин, как бы городской портал здесь решал? И вообще, наличие контроля, я бы уже давно его накрыл с помощью ДДшек. Но, видите, благодаря правилам у него еще есть возможность побегать, помошниться. В принципе, зон несъеденных еще много. Потому что, как я говорил, 14 зон на карте. А у соперника меньше съеденных зон, чем у меня. У меня только 6. А всего на моей стороне должно быть 7 зон. То есть я даже не все свои съел. Что говорить про него? Еще, в принципе, можно бегать и мошниться смело. Приходит ход. 12, 13, 19, 17. Мощны у него не стало больше, чем у меня. Это хорошо. Так, Десса. Может тогда никого и не подключать. Самой Дессой подвозить пачку скелетов. Магией затащишь? Ну, я на это и надеюсь. Я думаю, что настолько мощного стека, как у него все равно не будет. Сейчас надо одеть вот это, одеть вот это. Пока мы тут мошниться будем. Делаем с вами вот так. До 1000 домашним, нет. Пойдет. Чуть-чуть, да? Стоп. Все, есть 1000 скелетов. Вот, отлично. Так, статы еще поинтереснее становятся. Но эти должны убегать, по идее. Да, так и есть. Надо экспертить воздух. Чем бы... О, кольцо топовое. Реально топовое кольцо. Но этих можно перенекрить. Чем мы и займемся. У меня тут не грузит почему-то, а на Ютубе нету. На Ютубе нет стрима? Должен быть. В группе ВКонтакте с правой стороны там есть ссылочка на Ютуб канал. Можно по нему перейти. На Ютубе нет стрима? Я сделаю стоп-старт.